А перед просмотром данного видео я хотел бы вам посоветовать канал Бобра. На его канале ты сможешь найти различные летсплей по таким играм, как Happy Wheels и War Thunder. И еще мини-игры по игре Minecraft. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем, хотя не продолжаем, это можно сказать, новый режим, который я играю. Это супер пейнтбол, это типа, можно сказать, обычный пейнтбол, но немножко модифицированный. Тут типа бесконечные снежки, но это можно не сказать не снежки, а можно сказать как пули или что-то такое. Тут есть, ну вот так, ты стреляешься, да? Вот, так, 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 так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, я... ух, нифига себе, я его убил. Но тут еще как бы есть вот эти бутылочки, water bomb, да? Это как бы, можно сказать, я не знаю, как это объяснить. То бишь, если тебя не убивают с одного удара, как это происходит... О, кстати, мы выиграли, отлично. Это происходит не как, например, в обычном пейнтболе, да? Что, например, ты попадаешь один раз и ты убиваешь. Это типа... Когда не буду я нажимать, наверное, паузу, сразу вот так объясню сейчас. Это, наверное, можно сказать так, когда тебя коцают, да, тебя могут убить с двух, с трех ударов, зависит от типа оружия, да. Но, типа, как это можно сказать сейчас? Когда тебе коцают, да, просто кидаешь под себя бутылочку и восстановляешь себе жизнь, вот. А если, например, твоего, ну... человека из твоей команды убивают, да, ты можешь подойти к нему, кинуть ему под ноги бутылочку и воскресить его. А можно вообще совместить, то бишь, если у тебя нет, мало жизни, и твой, как бы, человек своей команды мертв, подойти, кинуть бутылочку и себя вылечить, и его воскресишь. Ну, в принципе, режим прикольный, если так считать, вот это обычное оружие, которое сейчас у меня, убивает с двух ударов стандартно. Вот, потом шотган можно, ну, если сблизко, то убивает с одного удара, если сдалека, ну, в принципе, логично, шотган, да. А потом, что это? Машинган. Ну, я не знаю, может, оно быстро стреляет, но не очень сильно. Но... ну, что-то такое, я не знаю. Ну, в принципе, сейчас посмотрим. Первую игру мы выиграли, даже очень быстро. Ну, в принципе, одного я убил, да? Фу, и сейчас мы посмотрим. Ай, вообще, что с этого получится сейчас? Может, сейчас не очень выиграем, да? Так, давайте, 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 давайте. Хотя бы, может, вот так постреляем. Там я вижу уже, ни хрена себе там летит. Ух ты. Так, давайте, побежали, побежали. Не будем далеко убегать вперед. Ух, ни хрена себе, как я попал. Снайпер. Так, ребятки, ребятки, хиляемся, хиляемся, хиляемся. Так, чувак, я уже захарился тебя лечить. Отлично. Еще один чувак остался. Чувачина. Все, мы выиграли. Отлично. Я вроде пару человек все-таки убил. Где-то 2-3 штуки. Отлично. Ну, в принципе, давайте вот сейчас можно нажать на паузу. Так, сейчас мы играем за красную команду. В принципе, два раза мы играли, два раза мы выиграли за синюю команду. А вот сейчас мы играем за красную. Хрен знает, что с этого получится. О, да ты чё издеваешься? Я не успел заспауниться, меня уже обстреляли 20 чуваков. Ну, конечно же, никто не додумается реснуться. Нахрена это нужно? Это только отлично, да, когда их ресают. Когда тебя, они хрен додумаются. Давайте, ребят, валите. Вот, отлично. Давайте еще одного чувака, который вот там. Нет, это наш. Который хрен его знает где. Вот. Нет, этот мертвый. А, все, мы выиграли. А, ну, в принципе, 3 раунда, я думаю, это будет не очень долго. Так что давайте еще раз на паузу.
Так, еще один раунд. Это вроде четвертый раунд. Мы, наверное, все-таки сделаем 5 раундов. Три раунда мы уже выиграли, в принципе, да? Это отлично. Нифига себе, отлично. Если мы сделаем 5 раундов, то 3 мы уже выиграли. Вот. Не нужно, не нужно так стрелять. Да. Попали. Заразы. Ребята, тащите. Нет, хрен, вот эту игру мы не затащим. Я так думаю. Ни хрена себе шотганчик. В принципе, одного я убил. А вот, партизан, другой партизан. Смотрите, 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 чудики. Чуваки, вы бегать не знаете? А я в какой команде? А. Ух, мы еще раз выиграли. В принципе, давайте, наверное, еще один раунд, да? Итак, это 5-й раунд. Я думаю, это уже можно последний раунд сделать. 5 раундов и так нормально. Ни хрена себе. Хотя я не знаю. Ну, вроде синих на 2 человека больше. Я не скажу, что это не очень как бы много, да? Это много. 2 человека могут решить все. А я за какую вообще команду играю? О, одного убил. Еще одного вроде убил. И меня, зараза, сзади закрысило. Нет, эту игру мы проиграем, потому что... Синик все-таки на 2 чувака больше, это, если честно, решает. То бишь на 7, да, и 9. Ну, в принципе, это действительно решает. Ну, и так вроде одного или двух убил даже. Ну, в принципе, все, дорогие друзья, давайте на этом, думаю, закончим. 5 раундов мы сделали, это такой, можно сказать, я только начал играть в этот режим. Ну, в принципе, если вам понравился вот этот режим, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, что вы думаете об этом режиме, и, в принципе, если хотите, то можно продолжить играть в этот режим. Можно потом поиграть еще с кем-то. В принципе, все, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.